Вітаю вас, дорогі друзі! Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я, її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні ми говоритимемо, знову ж таки, про духовність. І допоможе нам розкрити глибину цієї теми наша гостя, художниця, яка глибоко занурена в тему. Зустрічайте, Тетяна Цимбарецька. Тетяна Цимбарецька – художниця, іконописець. Народилася у Казахстані у сім'ї військового. До Хмельницького родина переїхала у 1987 році. Після закінчення школи здобула спеціальність художника-оформлювача. Згодом закінчила юридичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Працює в рекламному бізнесі. Ікони мріяла писати з дитинства, а дізнавшись, що цим займався прадідусь, остаточно вирішила освоїти цей вид мистецтва. Каже, що з початком писання української ікони врешті здобула відчуття батьківщини. Добрий вечір, Таня. Добрий вечір. Дякую тобі, що прийняла запрошення, завітала в нашу програму. Я знаю, що найближчим часом відкривається твоя нова виставка, і ти зараз працюєш над її створенням, завершуєш цей процес. Розкажи, будь ласка, що це за виставка і як ти її сприймаєш? Да, действительно, я сейчас работаю над выставкой. Это моя шестая уже выставка, но концептуальная вторая. Выставка, в которой хотелось бы донести свое понимание веры и ее значение в нашей жизни. Выставка будет иметь, опять же, такое же название, как предыдущая, «Викна що змінюють». Почему «Викна»? Потому что окно — это как символ. Икона, окно перехода из мир материи в мир духа, соответственно, вот окно. И окно от старой хаты. Это как то, что всегда присутствует в нашем доме, через что мы смотрим на мир. Соответственно, да, окно, икона, вера, через что мы смотрим на мир. Такой символизм, то мы и видим, то мы и воспроизводим в своей жизни. И то, что мы периодически так небрежно где-то бросаем, не обращаем на это внимания. И тема этой выставки будет посвящена объединению вот нашей жизни, да, веры в ней и теме возрождения, возрождения веры, возрождения религии, возрождения церквей. Полное название выставки «Викна що змінюють. Воскресіння. Погляд крізь скло». То есть то, как мы это видим с иконами. Украинская народная икона на стекле представлена на викнах. И фотографии. Фотографии церкви, та, что находится вот на примере церкви, которая находится в Меджибаше, церковь Николая Чудотворца. Что с ней было, что с ней на сегодняшний день стало. Ну, я надеюсь, что будет, мы уже потом увидим, донесем. Работаем совместно с ребятами с Меджибаша, очень помогают. Огромное им спасибо за приглашение и ту работу, вот, которую сейчас... Это такое уже получается коллективное творчество, то, что мы делаем. Я надеюсь, что всем понравится. Знову ж таки, чому саме ікона? Тому що малювати, писати картини можна в різних напрямках. Чому саме цей напрямок ти обрала для себе? Чесно признаться, для мене, для самой, то, що я почала писати ікони, це було, ну, где-то каким-то даже відкриттям. Тому що у мене юридическое образование. А работала я всю свою жизнь и работаю в рекламе. Рисовать, да, рисовала в детстве, закончила художественную школу, но потом как-то вот оно где-то ушло. Послушала себя и вспомнила, что в детстве я хотела рисовать иконы, что у меня в школе, на полях, в тетрадочках были такие рисуночки. Пробы, первые. Да, да, первые пробы пера. И потом я нашла студию, где обучали на тот момент любого возраста людей, принимали с любым образованием, то есть не было никаких ограничений. Я попробовала и поняла, что это мое. У меня очень быстро пошла набор навыков, штрих. И для меня, для самого удивительно, у меня было такое состояние дежавю. Тобто ты відчула, что это якесь таке покликання? Да, это мое. Потому что еще были сначала сомнения, что куда я иду. А вот месяц занятий, и, ну, реально состояние дежавю. То есть вот я понимаю, что я хочу этим жить, я хочу этим дышать. Я поехала на Фиолент в монастырь. Мне почему-то именно там хотелось получить благословение. Получила его у настоятеля монастыря, у игумена Саватия. Вот. И, ну, потом уже здесь получала благословение у владыки Антония.
Власне, це обов'язковий такий процес для людини, яка пише ікони, отримати благословіння. Тобто будь-який художник, який відчуває цю потребу, він не може. Ну, скажімо так, він може, але, можливо, він не має такого морального права, так? Тобто це канонічні якісь такі речі, які... Ну и люди, которые это понимают, знают, тоже в первую очередь спрашивают, у вас есть благословение? Да. Я всегда говорю, вот у меня вот там и вот там есть. Тобто це устне благословення відбувається, чи це надаються якісь підтвердження цьому благословенню? Нет, никаких подтверждений, это устно, в церкви, при разговоре с батюшкой разговариваешь. И, ну, они чувствуют, скажем так, эти люди, да, они, они чувствуют людей, они видят, они общаются с людьми, они понимают, кому можно, кому нельзя. Это, ну, правда, на уровне ощущений такие вещи. Ну, це віра, знову ж таки. Да, да. Що стосується ікони на склі? Це такий специфічний вид ікони української. Чому саме до нього? Тому що ікону виконували на різних матеріалах. І по-різному вона дивиться. І про складність писання ікони на склі відомі багато фактів. Що ікона пишеться в зворотньому напрямку. Розкажи, будь ласка, чому ти обрала для себе досить непростий шлях саме в іконописі? Діло в тому, що канонічна ікона... Она вот на дереве, я пишу Византию, она вот четко определена, что можно, что нельзя. А икона на стекле — это уже все-таки творчество. Это не каноническая икона, это изображение, народное понимание веры, пропущенное через себя, через свое сердце и отданное уже на общее обозрение. То есть для меня, я когда увидела первый раз эту икону, в Колумы, в музее, причем мы попали в этот музей совершенно случайно, в программе экскурсии его не было, просто попросили, что вот мы хотим в этот музей, и мы туда попали, я зашла в этот иконный зал, в общем, дальше я уже не смотрела, я все время простояла в этом зале, потому что вот своим цветом, своей линией, своей открытостью вот такой, ну где еще можно увидеть, на какой иконе Богородицу, в платке какой мама носит, и с крестиком на шее, да, ну где? То есть вот, вот, вот этой такой вот звучностью цвета и глубоким пониманием себя и молитвы эта икона меня просто поразила. Просто. Началось с того, что я начала копировать, находить какие-то вещи, копировать. Очень, очень мало в интернете было фотографий. Долго искала, нашла в итоге такую книгу. Одно у нас издание было выпущено, перелистывала, перечитывала со всех сторон. Ну и вот... Ну, первую выставку, когда делала, это у меня было действительно такое из разряда баловства. А вот еще есть украинская икона народная, я хочу попробовать как. А потом просто затянула. Когда я больше стала писать, больше смотреть образцов, потом обнаружила, что и Румыния, и Польша, и Болгария, то есть вот этот европейский, да, западный туда регион, практически все писали на стекле, и очень интересные тоже сохранились образцы. Ну, она покоряет. И хочется действительно сделать выставку еще вот такую вот общую, такие христианские єднання. Що стосується образів писання ікони? Звідки ти їх черпаєш? Вони народжуються в твоїй голові з певних знань, які ти здобуваєш. Ти читаєш багато духовної літератури. І це твоя інтерпретація цих святих? Юля, поки шел процес копирования. Для того, щоб було моє, нужно пройти определенную этапность, да, вот копирование одной из них. И на этой выставке уже будут несколько икон такой вот моей интерпретации, как я себе это вижу, как я себе это чувствую, с моим цветом, с моей линией. Ну, дальше, я надеюсь, будут уже совсем авторские работы, пока это еще вот, ну, я в поиске. Вот когда ты пишешь икону, мені здається, що, мабуть, художник перенає в якийсь такий стан особливий, схожий до трансу, можливо, якогось. Як це відбувається? От розкажи насправді, як очевидець цих подій, що ти відчуваєш, в якому стані ти перебуваєш, пишучи ікон? Це дійсно совершенно другое измерение. Тобто в этот момент все останавливается. Тобто, коли пишеться ікона, у мене бувають моменти, коли я розумію, що от все, от нужно писать, потому что это такое состояние равновесия. Но обязательно молитва. Я перед тем, как писать, я прочитываю историю святого, которого пишу. И, ну, обязательно молитва присутствует. И пока пишу тоже, я или включаю даже себе иногда. Сейчас есть интернет, позволяет.
слушать оптинских старцев, там еще что-нибудь, такие вещи. И вот мне даже тяжело передать вот это вот состояние какого-то такого глубокого равновесия и доверия тому, что вот делаешь это правильно, тому, что вот настоящее — это вот это не фотографии из журналов, а вот то, что несет вот этот образ, и ту веру, то понимание жизни. Тобто ти відкриваєш для себе цей глибинний світ, духовний. Що з відкриттів твоїх останнім часом, які вони? Про що ти дізналася таке особливе, що тебе вразило? Ну, скажімо так, я не тільки узнала, я перевірила вже, да, на своєму опиті о том, що можна довіряти. Довіряти житті, довіряти Богу. Якщо в вашій житті вот сейчас вот так происходит, значит, это нужно именно вам, именно здесь и именно сейчас. Насправді це звучить досить просто, але втілити в життя це дуже складно. Ну, очень тяжело остаться в этом состоянии, состоянии доверия Богу, потому что всегда что-то в жизни происходит, и всегда вот цепляют какие-то вещи. А, вот это мне не нравится. А, почему он мне так сказал? Да, а почему вот это со мной вот так вот происходит? Такого не должно быть. Должно. Разберись в себе. Тобто мыслити. Мыслити, заглиблюватися. Задавать себе вопросы. Для чего и почему в моей жизни сегодня это вот так вот? Что я делаю не так? Что мне нужно сделать по-другому? Почувствовать по-другому? Отнестись к чему-то по-другому? Чтобы жизнь была лучше. Добре. Повернемося до нашої виставки, яка планується на Воскресіння Господнє. Що ти очікуєш від цієї виставки? Тобто, я так розумію, що кожна нова виставка – це як окрема сторінка в житті. Да. От від цієї сторінки які очікування? Знаєш, на предыдущій виставці я доносила тему, ідею того, що самое ценное в нашій житті, то, що ми маємо, это семья и это вера, которая связывает поколения, проходит нитью вчера, сегодня, завтра. Чему научим, через какие стекла будем смотреть, то и увидим. Это идея этой выставки, опять-таки, донести о том, что вера — это то, что сохраняет народ. Если мы сохраним веру, то мы сохраним себя, мы сохраним нацию, мы сохраним государство. Я надеюсь, что мне удастся это донести. Поділися з нашими телеглядачами в наших двох обов'язкових рубриках «Книга тижня». Що ти можеш порекомендувати для прочитання на вихідні нашим глядачам? Ну, если честно, то я читаю все, что касается на сегодняшний день психологии и понимания себя. Потому что, когда понимаешь себя, понимаешь свои реакции на какие-то вещи, понимаешь других людей. У меня пошло читание такой литературы, как все знают эти имена, Луиза Хей, Бурбо. Такая вещь — психосоматика, да? Все знают, все понимают на сегодняшний день уже, что это такое. И изучение именно этих книг помогло мне утвердиться в том, что то, что говорит православие, это правильно. Болезни тела есть болезни души. Луиза Хей – одна із засновників руху самодопомоги, автор понад 30 книг з популярної психології, в тому числі широко відомої у світі книги «Ти можеш зцілити своє життя», яка вперше побачила світ 1984 року. З того часу бестселер тільки у США перевидавали 110 разів. Книга перекладена на 30 мов народів світу. Її сукупний тираж перевищив 50 мільйонів примірників. Це видання потрапило в список New York Times як найбільш продаваних книг Сполучених Штатів Америки. Разберитесь, пожалуйста, что с вами происходит внутри, и вы тогда легко можете выбросить медицинскую книжку вам. Пост, молитва, воздержание, исповедь, причастие вам помогут.
в этом вопросе, решить проблемы. То есть вот, вот эти книжки меня вдохновляют работать над собой. Что касается фильмов? Фильм, который заставил меня в одно время задуматься, и который я всегда вспоминаю, если что-то мне начинает выбивать из колеи, это фильм «А в душе я танцую». Кто покупает тебе одежду? Ани. Энни? Господи, да ты видел, что она сама-то носит? А сам за покупками разве не ходишь? Фільм «Всередині я танцюю» – кінодрама ірландського режисера Деміана О'Доннелла, яка вийшла у світ 2004 року. Фільм розповідає про Майкла, якому 24 роки, у нього церебральний параліч, і майже все своє життя він провів у будинку для інвалідів. Він знайомиться з новим пацієнтом клініки – Рорі Оши, якого прикувала до інвалідного візка м'язова атрофія. Як і Майкл, він практично не може пересуватися, але це не заважає Рорі по-своєму насолоджуватись життям. Його сміливість і байдужість до ударів долі стають відмінним прикладом для Майкла. Фільм удивительний тим, що показано такий небольшой зріз житті двух ребят, которые прикованы к инвалидному креслу, которые не двигаются, не в состоянии, но они хотят и стараются жить самостоятельно, пробовать. И вот эта вот яркость их эмоций, жажда жизни, несмотря ни на что, они находят во всем позитив и возможность радоваться. То есть, когда смотришь на таких людей и понимаешь, а тебе-то что переживать? Руки на месте, ноги на месте, голова тоже. Есть крыша над головой, есть работа. О чем еще переживать? То, что что-то не нравится в жизни, так счастье — это состояние выбора. Это внутреннее состояние. Если у тебя счастье и любовь есть внутри, то оно у тебя есть. Тебе не нужно искать извне какого-то допинга, потому что это будет временно. То есть, продуцируй это внутри себя и отдавай людям свою любовь, свою искренность, свое состояние счастья, оно приумножится. А про что мріється? Вот что ты мріешь? И как? Мечтаю в плане творчества, выставку еще, то, что вот я говорила, христианские єднання. Потому что очень много действительно общего, может даже и не христианские єднання, да, єднання вірою. Потому что я очень много с кем общалась и читала литературу, и вот различные направления, различные конфессии. Везде есть рациональное зерно во всем. Можно найти чему поучиться. И, ну, у меня такой сложный симбиоз религии и философии. Вот моя вера на сегодняшний день, но остановилась я в православии. И вот, вот хочется показать вот эту вот красоту и глубину, донести, что это возможно, люди, счастье в наших руках, вот оно рядом, только руку протяни, берите его. Вот какую-то такую вот выставку донесения. Ну, тобто, в принципі, ця тема зараз на часі, тому що з огляду на ситуацію в країні існує певний розбрат і непорозумінням, як кажучи, між різними конфесіями, між різними гілками православної віри. Власне кажучи, ти маєш на увазі оце об'єднання і знаходження спільної ідеї в плані екуменізму, да, релігії. Да, Танечка, я тобі можу тільки побажати кохання в житті, тому що це дійсно рушійна сила віри в найкраще, в те, щоб в тебе завжди так світилися очі. Хай Бог тобі допомагає зреалізувати всі твої плани, ідеї. Я тобі щиро дякую за розмову, за програму. Спасибо велике. Спасибо, Юрічка, за приглашення і всіх, хто на виставку. Шановні телеглядачі, а я вам хочу подякувати за увагу, побажати вам в житті кохання. Хай воно вас надихає, окрилює. Будьте щасливими. І до наступної п'ятниці. До побачення.